Всем привет, посылка с AliExpress. Сейчас посмотрим, что в ней, как запечатано, это интересно. Ага. Чик. Значит, это такой инструмент, но я его назвал шкребыхалка. Короче, зачищать заусенцы на металле после сверления, после резки, после отломки, ну, после сварки не знаю. Ну, в принципе, после сварки заусенцев нет, там плавления, наоборот. Давно хотел заказать. Так. Как он действует. О, так. Закрыто. Вот, заусенец после болгарки. Все гладко, но вот здесь вот сбить тоже надо. Все. Так. Кронштейнички. Здесь. Чик, шик, жик, жик, все четко. Текс, что у нас тут тоже? О, отлично. Эх. Наши выступали на рассвете. Работать приходилось прямой наводкой, а затем уже как накидывать след врагу. Мы просто залетели в упорный путь. Вот оспешивалось. Мы работали в обратную сторону, что-то не хочет почему-то. Ну, значит, тут заточка как бы односторонняя. Ну, будем думать, что так. Тут я, по-моему, уже снимал. Так. Тут снимал. Тут. Тут я болгаркой снимал. Ну вот, примерно вот так он работает, эта штучка. Надо будет заказать запасные лезвия. В общем, ссылка на нее будет в описании. Подписываемся на канал, на YouTube, на Рутуб, на Дзен. Всем пока. Так, все, с этим разобрались.
Ну, в общем, что, подписываемся на канал, ставим лайки на Дзен, на YouTube, на Рутуб, на все, что там видите, подписывайтесь. Мне это не помешает, хотя там особой прибыли и нет. В общем, всем пока.